Все мы имели опыт стирки кроссовок в стиральной машине. Берем, закидываем под 60 градусов, и все должно получиться четко. Но получаем мы вот такой результат – смятые задники. Это легко исправить с помощью повторного нагрева. Для этого мы берем обычный домашний фен и нагреваем. У меня он крутой, поэтому я выставил температуру, как на ваших, 100-150 градусов. Хорошенько его разогреваем. Он уже начинает потихоньку деформироваться и выгибаться. Хорошее слово. Далее для качественного выпрямления нам понадобятся распорки и еще какой-то материал, чтобы лучше им придать форму. Я использую микрофибру. Вставляем микрофибру внутрь. Вставляем распорку. Формуем его вручную. И оставляем на 15 минут. Задник у нас почти готов. Любишь работать руками? Нравится давать вещам вторую жизнь, и ты не прочь на этом подзаработать? Записывайся к нам на курс. В разделе по химчистке ты узнаешь о видах загрязнений и способах их устранения. В разделе реставрации разберемся, как правильно подготавливать поверхность для покраски. Научишься устранять глубокие царапины и задиры. Также ты обучишься технике глассажа и патинажа, и я лично расскажу тебе, как кастомизировать обувь.